Ну, я говорю, о нынешней ситуации России и Украины. Живу в Геническе очень давно, 55 лет. Что я могу сказать? У меня брат родной в Донецке. Мне очень жаль, что 8 лет он под бомбежкой был. Никто не замечал, ни пресса, ни наша, ни украинская, никто не замечал. Россия помогала, Европа не помогала. Американская нога сюда ступила, все, конец света. Лаборатории, разруха, начиная. Они, куда бы ни ступила Америка, Афганистан, Югославия, Ливия, это, Сирия, ну, везде свою ногой топчет. Ей надо Россия, ей надо огромная часть, потому что они уже, изобилие заканчивается им, они уже все, жить уже не могут. А Россия богатая страна. Вот. Ну, что я могу сказать? Гоните их до конца. Иначе нет. Грибочек он, сердечко, вот это корень этот останется. Он все равно будет разрушать, будет вырастать, 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 вырастать. И опять та же самая комедия будет, понимаете? Их надо рушить, рушить отсюда. Это ядро самое, ядро. Спасибо вам, спасибо вам большое, что вы защищаете нас. У нас ничего не работало. Ни завод, один хлебозавод, все, который, чтобы мы не поздыхали, как говорится, мы пенсионеры. А так, ничего хорошего у нас. Все разрушено, все. Они уничтожали. Америке им не надо народ, им надо земля. Им надо Байдена сына здесь. Газ качать, вот, который они не завершили этот момент, начали, но не дали им. Я очень много знаю, ну, много это рассказывать и много времени надо.